Всем привет, вы на канале Семи Дежи. Сегодня мы будем открывать сказку «Вот это пасха». Да, сегодня Дианочка будет открывать не рассказку, а это у нас вот такая вот гравюра новогодняя. Диана сейчас узнает, что это такое, да? И научится носить контуром, да, специально штихелем по инструкции, да? Да. Рисовать. У нас в общем, рисовать такой. Мы будем, да? Да. Мы его сейчас будем рисовать. Открывай, Диан, посмотрим, что там. Что там? Курса. У нас там вот такой вот Дед Морозик. С елочкой, да? Что еще? Вот такой вот карандаш. Здесь у нас острый наконечник. Да? Острый он. Потрогай. Острый? Не хочешь? Нам нужно вот этим вот специальным наконечником здесь рисовать. То есть корябы ему вот так вот. Ух, как красиво получается. Диана, хочешь посмотреть? Да. И у нас получается вот такой вот красивый блестящий узор. Смотри, вот так нужно корябать палочкой. По рисунку, видишь? Нажимаешь корябать. Давай, надевай. Сама будешь делать? Да. Давай. А потом будет рисунок меняться. Да, и будет очень красивый рисунок, когда он получится. Попробовать. Получается? Сейчас, ребятки, я сказку рисунок вам покажу, и будем дуговиться, и будем пасху открывать. Да, мам? Да. Тебе помочь? Сама справишься? Красиво получается. Ну, как красиво получается. Да, вот так вот мы вот этим вот специальным ножичек, да, как будто бы, Диан, нужно нам очистить, да, верхнюю часть получится. У нас рисуночек. О, у нас тут морозик. А вот здесь я остался. Давай я тебе помогу. Можно? Да. Да, вот так вот делаем. Вот полосочка. Я тоже чуть-чуть слепаю. Мама, а как купить этот свет? Вот видишь, мы здесь очищаем поверхность немножко, да? Да. Скоблили верхнюю часть бумажку, а там внизу золотистые. Вот так, видишь, покорябали. А там с другой стороны, дай я тебе покажу, что там. Вот такая вот, видишь, золотистая часть. И поэтому у нас получается вот такой красивый рисуночек. Да я. Получается? Да, видите, какая у нас красивая елочка получилась, она прям вся блестит. А можно я чуть-чуть? Да. Я попробую усы Деду Морозу. А можно я попробую усы? Давай я чуть-чуть попробую. Я попробую теперь. Я. Ну-ка. Фу. Такие вот блестящие усики.
Угу. Красиво, мультики. А я снежу попробую. Попробую. Ну, снежинку попробуй. Хочешь? Вот снежинку. Ух ты! Как будто пакет. Да? Да. Все блестит, да? Да. Как будто королева. Да, волшебство. Получается у нас волшебство. Мама. Как блестит, посмотри. Мама, давай попробуем одного зубашка. Давай мы полностью закрасим, да? Красиво у нас получается. Вот наш Дед Мороз готов. Вот такой вот красивый Дед Морозик у нас получился с елочками. Елочки блестят. Дед Мороз весь блестит. Вот мы вырезали. Да, Диана? Да, вот Диана. Не вырезали, а раскрасили. Да, раскрасили. Посмотрите, как красиво у нас получилась вот такая вот новогодняя гравюра. Да, Диана, у нас получилась. Красивая? Да. Ну что, говорим всем пока? Всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь, да. Пока-пока.